Белорусы посещают магазин 16 раз в месяц. Пиковые дни – вторник, пятница. Люди постарше наведываются в ритейл в полтора раза активнее молодежи. Средний чек – чуть больше 22 рублей. Конечно, удобно, когда в супермаркете есть все – от сахара до швабры. Ни для кого не секрет – Грошек давно показал себя с лучшей стороны. Некусачие цены, широкий ассортимент. Желающих выгодно закупить всегда сполна. Здесь есть весь ассортимент товаров и продовольственных, включая хозяйственные. Здесь вполне себе приемлемые цены и, в принципе, очень приятный интерьер. Это большой выбор, доступные цены, хорошее обслуживание. Я хожу в Грошек, потому что большой ассортимент товаров и приятные цены. Порадовать своих покупателей. С 1 по 31 мая Грошек запустил рекламную игру «Счастливый кошек». Внушительный список включил в себя все, от подарочных сертификатов, бытовой техники и электроники до автомобиля BLG X50. Розыгрыш запланирован 13 июня. Принять участие в рекламной игре достаточно просто. Для этого необходимо выбрать товары, обозначенные специальным ценником. Важный момент. Общая стоимость должна превышать 3 рубля. Вот мне, например, понравились вот эти круассаны. А теперь пойдемте к кассе. Приобретая товар на кассе, вы получаете чек, на котором обозначен специальный набор чисел. Это поможет поучаствовать в розыгрыше призов. За каждые 3 рубля игровых товаров – один код. Его необходимо зарегистрировать в личном кабинете на сайте «Игра Грошек Бай». Если же возникли вопросы относительно деталей регистрации, вы можете позвонить по номеру плюс 375 44 788 80 26 или оставить сообщение на сайте в разделе «Обратная связь». Совместить приятное с полезным. Во всех 6 городских сетевых дискаунтерах покупатели уже прелюбовали игровые товары. В последнее время наши соотечественники стали покупать больше сыра и овощей, но меньше круп и макарон. Популярность ЗОЖ набирает обороты. Белорусские организации за пару месяцев 24-го реализовали продажу товаров на 9,5 миллиардов рублей. Конечно, в этом месте выгодно занял свою позицию Грошек. Здесь есть все, что необходимо для качественной жизни. Игра Грошек Бай. Играйте и выигрывайте. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.